Случайный комментарий попадет в следующее видео. Я охранник комплекса, чё за SCP у нас? А, 008, да это изи. Этого SCP мы изи завалим. Только главное сейчас по-быстрому чекпоинт найти. Чекпоинт, скорее всего, как раз у нас вот туда, где охранник бежит. Ага, там у нас гейт. Возможно, кстати, у нас хаусит. А, нет, не здесь. Хаусит, возможно, у нас заспавнился. Но я не буду проверять, не хочу ждать. Я хочу побыстрее попасть в лайт-зону. Надо патрончики взять. Патрончики. Все, хорошо. Так, закрываем. А то вдруг сейчас дэшки сюда придут. О, это надо. А, стоп, а где оно? А, вот оно. Отлично. Быстрее. Хорошо. Хорошо. Геннадий. И чё? А дальше что? Чё ты мне сделаешь? Геннадий. Нет, я тебе не Геннадий. Геннадий. Пошел нафиг. Геннадий. Ну давай, заходи. Давай, нападай. Ну чё там ногу свою выставил через дверь? Ах ты тварь! Нет! На тебе! Конец! Тебе конец, скряк! Тебе конец! Он никак не выйдет! В этом и был мой план! А вот нехрен было сюда заходить! Жопа тебе, 008! Вообще моей целью была собака, как бы. Но ладно, 008 тоже пойдет. Тебя не спасет то, что ты хаваешь. Тебя не спасет. Все, ты сдох. Тут дохуя сбежали в хард. Ребята, а как это телепортироваться? На правую кнопку мыши. На правую. Окей. Когда на тебя смотрят. Чё? Чё смотришь? Обидно, да? Обидно? 400. Чё, позаражал людей, да? Чё? Ну все, ему, собственно, конец. Если никто ему дверь не откроет, но, скорее всего, дверь ему не откроет. И у него, кстати, даже... А, нет, у него хил работает, но хил в 2 хп в секунду его не спасает, потому что заморозка намного больше тратит. Откроют или не откроют? Не открыли. Все, чуваки, это минус 008. Во что бы мне сегодня поиграть? А, точно, я же давно хотел поиграть в Соника. Как там Соник Фронтирс вроде бы? Да, вот, Соник Фронтирс. Сколько она стоит? Не понял. И чё теперь? Проблемы с покупкой игры из-за плохих разработчиков тебе поможет сайт Купикод. Здесь ты можешь приобрести абсолютно любую игру, которая есть в Стиме, даже если она недоступна в твоем регионе. Все очень просто. Переходишь в раздел «Недоступны в РФ», выбираешь, что хочешь купить, вводишь мой промокод HELLDOOR и получаешь скидку 10%. Оплачиваешь все банковской картой и наслаждаешься игрой без всяких смен региона. Кстати, на Купикод сейчас проводится розыгрыш. 8 игр на выбор. И, конечно же, не забывай авторизовываться через ВК или Телеграм, чтобы получить приятный бонус. Ссылка на Купикод и мой промокод находятся в описании. О, я шпион хаоса, и сейчас мы пойдем спасать дэшек, чтобы охранники их случайно не вывели и не получили тикеты. Ведь мы хотим, чтобы приехали наши друзья хауситы, а не какие-то там синие ложки на МТФ. Да, главное сейчас полностью зарядить наш дробовик. И с револьвером мы вот так вот поступим. Сразу, значит, поставим на быстрый выстрел. Так, будет ли меня кто-то тут ждать? Вот в чем вопрос. Так, осторожненько, никто не ждет пока что не ждет. Слева я слышал чекпоинт. Охранник там, ё-моё. Так, до свидания. Опа, хорошо попал. Ой, как хорошо попал. Я специально закрыл гейт, чтобы вот так вот под закрытый гейт по ним попасть. На!
На! На! На! Чё, патроны? Чё с патронами? Так. Да, свидос, бежит он там, пока я хилюсь, хочет меня убить, пока у меня мало патронов в дробовике. Блин, конечно, я, чуваки, снайпер с дробовика еще тот, блин. Флешка? Найс, флешишь! Не-не-не. Не-не-не, братья, давайте не будем! Не-не-не, так, ну я уже дофига охранников убил, я уже дофига тикетов заработал для своей команды, так что думаю, хаос приедет. Главное, это мне не умереть, чтобы они не получили из-за меня тикеты. Флешка, опять киберспортивная флешечка, чуваки. На, на. Куда убегаем, не понял. Не-не-не, не мирно, все хорошо, наконец-то, чуваки, наконец-то я получил себе нормальное оружие. Так, это мы выкинем, это мы возьмем, все замечательно, замечательно. Наконец-то у меня есть норм оружия. Я дробовик типа с одной стороны люблю, но, блин, не всегда получается с него нормально стрелять. Так, это мы все берем, это мы берем, все отличненько, патрончики мы по максимуму берем. И с той стороны, когда я выходил с гейта, да, я слышал чекпоинт. Так, интересно, а кроссвек будет? Хотелось бы все-таки взять какой-нибудь кроссвек. Кроссвек. О, тяжелая броня. Это мы берем, это мы обязательно берем, потому что я еще не всех охранников убил, но кроссвека, к сожалению, нам не видать. Так, мне сейчас под тяжелую броню было бы идеально найти кока-колку, чуваки. Вот было бы вообще идеально. А патроны у меня, да, а патроны у меня на дробовик закончились. Ну, только 10 те, которые в стволе. Так, поищем сейчас SCP всякие прикольные. А вот какие SCP у нас... В живых? Я не знаю. Опа. Кто здесь? Я тут. Дышка. Дышка? А, пошли. Да. Где охранник был? Где охранник, который тебе связал? Где? Справа они были. Тихо. Выводят. Надо их убить. Пойдем. Хаос, никто не помог. Он мужжёный. Да, я понял. Он не встал лицом к стене, он пытался убежать. И что ты хочешь сделать? Нет, быстрее, беги. Не. Беги, Дашка, беги. Убегай, Дашка. Главное тебя поймать. Не, меня не поймаешь. Оп! Слабость бытия! Да пошел ты нафиг. Слабый. Не-не-не. Не сейчас и не потом. Да какой комп тебе поможет? Никакой комп тебе не поможет. Кстати, спасибо, что спалил то, что комп есть. До свидания, мистер Тьма. Так, нужно полностью похилиться, потому что у нас еще дофига живых охранников, как я понял. Там Тьма, убегай! Ё-моё. Там еще в офисах дофига... Вот я, беги, давай. А все, а че, стамина-то закончилась, да? Стамина-то заканчивается. А че, как, че будешь делать, как догонять будешь? Ща. Фокус хочешь? Как? Нет, не хочу фокус. Не хочу фокус. Фокус и отстой. Кто здесь едет? Походу... Куда? Беги, Дашка! Дашка, ты там? Да. Валим. Какие SCP есть, знаешь? Дед и Тьма. Больше не знаю. Сейчас скромник есть, не знаешь? Не, я... Короче, там в офисах дохрена, короче, всяких ушлепков на охранниках. Еще и Тьма за нами гоняется. И SCP какие-нибудь видел, типа Кока-Колу или что-то такого? Не, то есть даже видел по списку, все залутано. Тут понял. Много людей с картами ходят. Так, ну, вот пойдем на выход. На другой чекпоинт собака, пойдем. Собака. Собака есть, хорошо. Дед, собака, Тьма. Еще какой-то третий SCP основной есть. Ладно, пофигу, я прокачиваться не буду, наверное. О, дай я конфеты заберу. О, красная карта, бери красную карту. Все хорошо. Так, красная конфета. Сейчас конфеты возьму. Кто-то к нам идет. Сзади. А вот и мы есть. Ах ты ушлепок, да? Дашка, беги, Дашка, я отвлеку его. Не-не-не.
Я потом его убью. До свидания. Ах ты ж. Ох, иди. Ох, главное мне тебя убить. Да, ну удачи. Удачи убить мастера по закрыванию дверей. Да, 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 да. Тьмы нынче слабые. Слабые. Слабость бытия. Да, слабые нынче тьмы пошли. Да, да, да. Уже убил, уже убил. Уже, вот, уже убил. Уже догнал. Ой. Вот это я зря. Да, очень. До свидос, пачасос. Привет, нет, привет. Беги! Не беги, не беги. Хороший, да-да-да, направо, направо, беги, налево пойду. Не пойду, не пойду к тебе. Ну иди сюда. Не хочу, отстань. Не отстану. Ну отстань, пожалуйста, пожалуйста, отстань. Нет, не отстану, все, будем с тобой сидеть. А вот так? А вот так? Пока. Да, закрыл себя же вместе с флешкой, чел. Чел ты. Да, так, это мы берем. Наверное, знаете что? Раз хаос у нас приехал, я среднюю броню возьму. И побольше возьмем флешек против тьмы. А то он что-то как-то, это самое, меня достал. Таргетить? Не люблю, когда меня всякие... CCP таргетит, просто видите, он весь раунд меня таргетит. О, блин, а вместо чего? Вместо чего я хочу? Наверное, вместо второго кросс-века я хочу, да. Аптечка нам еще понадобится. И адреналин понадобится, если типа, за нами будет гнаться тьма. Поэтому нужно оставить и то, и то. А то вдруг тьма меня закроет. Все поменялось вокруг. Пойдем сюда. Я тьму отправил на спаун флешкой, так что погнали. Она уже вернулась. Валим. Ассасамба! Пока-пока! Все, давай, нужно вывести тебя по фасту. По-моему, тут налево. Ой, я боеголовку активирую. Иди либо сейчас налево, либо направо. Иди. Нет, я активирую, ты кнопку нажми. У тебя же красная карта, да? Да. Все, давай, нажимай кнопку. А главное, чтобы тьма сейчас не поняла то, что я уехал в боеголовочку. Так, активировано? Нет, не активировано. Блин, тьма сюда пошла. Блин, он узнал то, что я здесь. Он узнал то, что я здесь. И шлепок. Ой. А, мне урон наносится. Ё-моё. Ё-моё, тут типа выключен свет, но типа не выключен свет. А я тут как тут. Не надо, пожалуйста. Ах ты шлепок, ах ты шлепок. Блин, ну ладно. Главное то, что я не умер. Это самое главное. Да, тут, типа свет выключается сразу и там, и там. Генератор. Сейчас, кстати, спросим, какие у нас CCP есть. У наблюдателей. Так, заводим нашу шарманку. Какие CCP есть? Какие CCP есть? Выключи саундпад. Какие CCP есть? Дед собака и кто? Не, короче, дед и собака, все, понял. Основное понял, то, что дед и собака, а вот третьего вроде бы комп сказали, а вроде бы и что-то другое сказали, не понял. То ли скромник, то ли комп, и, короче, непонятно. Но на всякий случай микрохит мы возьмем. О, кстати, да, можно же микрохитом тьму убить, если забайтить хорошечно. Чуваки, есть аптека лишняя? На. Спасибо, а то у меня вообще нет аптек. На, держи, чел, если захочешь поговорить, вот на. Держи. Я уже поговорил. Короче, вот 106 хотел один, но 9.75, но там что-то посрался. Нет, не надо, пожалуйста. Никидай, не надо. Тьма, что ли? Да, тьма. Пошел он, петух. Беги, брат. Беги. Не. Уходи, ты беги. Я подходил. Опа! Гаси нефора. Давай. Лох. А сюда не хочешь подойти? А сюда не хочешь подойти, собакин? Добивай! Все хорошо! Красавчик. А у меня еще есть? Нет. Убегаем. Отправил на спавн тьму! Не надо, все нормально. Нормально. У нас еще дед есть, А, дед вот отменил. Кепку? Не, лучше аптечку, если есть. Аптечка есть, да. Да.
Спасибо большое. А у тебя есть еще хилка, или ты последний мне дал? У меня еще 500 есть. А, хорошо, я хорошо. Понял. Ком, пошел нафиг. Слышь ты, однобитный. А, чуваки, активируем генератор, чтобы и компа и тьму одновременно убить. Это X2 полезное действие. Привет, Саша, Саша, привет. Привет, привет, привет. Кому надо, берите аптечки, чуваки, вот здесь вот хилки всякие, аптечки. Вот там еще аптечка. Саня пообещал, что мой ник станет легендарным. Какой ник, какой ник? Ты где? Продам Иру за рапиру. А, ну крутой ник. Так, впереди, впереди кто-то. Впереди кто-то. По нашему стрелял. Выруби, выруби, вырубай. Ну быстро вырубай. Там дед, там дед! Валим деда, валим деда, валим деда! У него нет ТП, нет ТП, нет ТП. Кидай аптечку. Налево, 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 кидай аптечку в деда. Ушел ушлепок. На. Берите себе. Активируем гены, чуваки. Да, 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 активируем. Идите боеголовку, кто-нибудь. Там дед, там дед. Где? Активируйте боеголовку кто-то, чуваки, пожалуйста. Я сейчас одеду. Все, давай, давай. Ой, сорян, 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 сорян. Да пофиг. Пойдите кто-то на улицу, чуваки, активируйте боеголовку. А, у нас там есть, стоит чел. А, там стоит чел, хорошо. Да, он мы оставили. Тьма, 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 тьма там. Уходите. Дед тут слева! Дед! Вот он! Валите, 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 ушлёпка! Пошел нафиг! Пошел нафиг! Я тебя буду ловить, А вот так? А вот так? Беги, 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 нормально, нормально, нормально. Бегаем, бегаем, налево, налево. Да иди нафиг, я сейчас генератор активирую, у тебя жопа. Нет, у нас комп есть. Ах ты, козел. Да, у меня хилок дофига, чё, у меня хилок дофига. Ну что? Сюда! Сюда, лох! Ой, еще хаос приехал! Еще хаос приехал! Честно, честно, все честно. Да, все, ну пока тьма. И все, ты меня разозлил, все, я буду ходить только генератор активировать. Чуваки, идите на улицу, активируйте боеголовку. Ну мой генератор вот здесь. А, хорошо. А там сейчас наши подъехали, они активируют. Ну, осторожно, нет, осторожно. Да крысимся, я Саня еще. Не надо, не надо меня искать. Не надо меня искать. Сани нету здесь. Допустим. У тебя нет хилки? Ой. Ой, не надо! Не надо! Тихо. Он прям тебя любит. Да, он прям за мной ходит. Задолбал уже. Весь раунд за мной ходит. Так, один генератор. Пойдем искать еще генератор. Короче, эта тьма меня вообще достал. Идем активировать следующий генератор, а то он вообще офигел совсем. Так, генератор. О, отлично, второй генератор уже активирует. А третий не знаешь, где генератор? Еще генератор. Хрен его знает. Кто там, кто там? Дед, там, там дед? Пойдем, пойдем валить. Отлично, под боеголовку как раз валим его. О, последний ген. Последний ген, отлично. Да, понял, понял, понял. Нет, это не последний. Это последний ген. Это ласт? Это ласт, это ласт. Все, сейчас, сейчас последний активируется. Ой, тьма! Тьма, а что случилось? Что с лицом, тьма? Я хочу тебя убить, сейчас тебя убью. Да хилку, дай хилку, пожалуйста. Не, не, не давай его, не давай, не давай, не давай. Пошел нафиг. Не давайте, не давайте. А вот так, а вот так, а вот так, а вот так, а вот так. Я с тобой так же делаю. Смотри, 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 ласт генератор, стри. Ладно, еще, 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 смотрю, смотрю. Давай, все, тьма сдохла, все, последний генератор активируется и тьма сдохла. Пофигу. А чё тьма не... В смысле тьма не сдохла? А, точно, перезагрузка же нужно дождаться сначала. Ну все, это победа повстанцев хаоса.